активно обновляют в регионе и дороги. В Вовнянском районе начали капитальный ремонт подъездной к селу Курасовка. Последний раз работы там проводили более 20 лет назад. Износ старого полотна около 70%. Образовались ямы, местами был затруднен встречный разъезд. Протяженность участка больше 2 километров. Сотрудники дорожного предприятия используют метод холодного ресайклинга. Слой старого асфальта, который являлся покрытием, превращаем в слой основания, делаем профиль, отводим воду, продольный уклон выравниваем, поперечные уклоны, добавляем вяжущую эмульсию, цемент, укрепляем основание, закатываем и делаем хорошее прочное основание в дальнейшем под укладку асфальтобетонного покрытия. 3 дня мы работали на так называемый сухой проход без материала для исправления профиля и придать полотну нужные уклоны. С 18 числа идем, работаем так называемый наш мокрый проход. Специалисты уложат 2 слоя асфальтобетона. Кроме того, укрепят обочины. На опасных участках установят барьерные ограждения и перила. Также обновят 2 автобусные остановки с павильонами. Ремонтируют участок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Завершить планируют к концу июня.